Я никогда не видел такой маленькой базы в Starfield. Офигеть, так, убиваем. Ну-ка, давайте я его убью. Смотрите, я сейчас убил суперзомби большого. Они очень больно бьют по мне. Быстрее закрывай, закрывай, дурак. Всем привет, ребят, с вами Слит. И сегодня мы поиграем в Starfield. Здесь вышло новое обновление. А, стоп, что это такое? Что... А, это листочек, это листочек. Давайте посмотрим на обновление. В игру добавили вот такого вот суперзомби, за которого, возможно, мы сегодня поиграем. Он, видимо, сильнее, но немножко помедленнее, чем другие зомби. Вот, и деревянные вещи, то есть шлем и меч. Я не знаю, они вроде как немножко меньше урона наносят, вот. И вроде как здесь еще поменяли немножко дизайн каменной шапочки. Так что посмотрим сейчас на нее. И давайте зайдем. И заходим, ребят. Я, правда, не знаю, как здесь стать этим суперзомби. Возможно, суперзомби дается случайному игроку, но вроде как я стал обычным зомби. Я не знаю, как им стать даже. А, может быть, нужно просто походить немножко, посмотреть. Может быть, мне дадут суперзомби во время игры. Либо нужно перезаходить постоянно. Я пока не очень понимаю. Ой, кстати, я заметил то, что теперь игроки подсвечиваются на карте. Я помню, раньше их не было на карте видно. Сейчас они видны. Это хорошо. То есть мы сейчас можем просто к ним пойти и попробовать их сейчас загасить. Хотя днем их невозможно загасить, поэтому мы лучше это будем делать ночью. Когда они будут прятаться в базу. Когда у нас ночь? У нас ночь совсем скоро уже. Так... Пока можем просто преследовать и смотреть, чем он тут занимается вообще. Осталось всего лишь тут 3 игрока на сервере, так что это будет довольно-таки легко все это сделать. Если они, конечно, не профессиональные игроки. Как же я хочу стать этим суперзомби большим. Мне хочется посмотреть, что и как он вообще делает. Скорее всего, здесь не надо переходить. Скорее всего, суперзомби дается тем игрокам, которые... просто долго играют. Но тут, смотрите, они все рядом ходят, то есть у них, скорее всего, и одна база на всех. То есть... мы сейчас все зомби соберутся в одном месте. Наверное, у этой базы. Ух ты, ничего себе у них база. Смотрите, там алмазные эти стенки стоят. Ничего себе. Офигеть, смотрите, у них очень маленькая база. Я никогда не видел такой маленькой базы в Starfield. Офигеть, это, наверное, самая маленькая база, которая есть в игре. Видите, они в самом углу, короче, сделали стеночки. И к ним вообще не пройти там. Жалко, жалко. Блин, конечно, я не знаю, здесь нужно как-то очень аккуратно все это дело бить, потому что, видите, эти колючки, они очень много тратят жизней, это плохо. Возможно, они выиграют даже нас. Я не знаю, как против таких сражаться. Они, получается... О, там, смотрите. О, это они зря сделали, это они зря, конечно, сделали. А, хотя нет, не зря, не зря. Может быть, не зря еще сделали. Нет, меня убили, меня взяли и убили. Они специально это сделали. Я знал, что они специально это сделали. Так, у нас ночь настала. Блин, мы далеко это появились. Мы очень далеко появились сейчас. Так, уже 2 чувака осталось там на базе. 1 чувак. А, мы там разгромили всех, оказывается. Все, убили всех, оказывается. Так быстро, ничего себе. Так, у нас тут реконнектинг. Вот, и в принципе можем зайти. Надо ник только ввести и сделать какой-то прикольный скинчик себе. Давайте сделаем, например, то, что, зомби, зомби. О, точно, давайте играть за зомби, давайте играть за зомби. Пускай все думают, что я зомби настоящий. А на самом деле я буду не зомби. А, я не могу играть за зомби в зомби-режиме. Жалко, жалко, жалко. Так бы затроллили кого-нибудь. Ладненько, давайте собирать срочно дерево, делать кирку и делать костерчик. Так, делать быстрее, быстрее, быстрее. Главное, быстрее все делать. И сейчас мы будем выживать, ребят. Потому что играть за зомби немножко скучно. Вот, а играть за выжившего повеселее немножко. Так, 5 камней у меня есть. Давайте быстрее дерево добываем. Отлично. Делаем у нас уже костерчик. И вот можем уже сделать меч деревянный. Но это мы потом сделаем. Сейчас главное выжить. Сейчас главное выжить, потому что у меня очень мало... теплоты, теплота, вот все, отлично. Сделали костерчик и можем пока подобывать камень. Ой, дерево точнее, дерево. Будем все делать очень аккуратно. И надеюсь, что я не помру так быстро, как в прошлый раз. Я понял то, что ночью здесь у зомби больше урона идет. Это все понятно, все ясно. О, мы можем, кстати, без верстака сделать это меч уже и шлем. Ничего себе, давайте сразу тогда сделаем. Офигеть, я думал, что нужна мастерская, нужна, чтобы это все сделать, верстак. Но нет, просто берем и делаем за счет дерева. Офигеть, это очень круто, на самом деле. Это очень облегчает игру с самого начала. Это очень круто. Так, ну ладненько, давайте тогда сразу сделаем.
это все дело. И можем уже даже добывать... можем уже бить пауков и бить волков сразу же. Сразу же. Ничего себе, так быстро. Так, тихо, аккуратненько. Вот так вот бьем, бьем, бьем волка. Но, скорее всего, урон не такой будет большой, как у каменного меча. Но все равно. В принципе, неплохо. Так, бьем, 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 осторожно. Ну, посмотрим, посмотрим. А, не, убили, ребята, довольно-таки быстро, то есть немного быстрее, чем киркой обычной бить. Так что все идет довольно неплохо. Так, бьем вот этого паука еще. Отлично, сейчас мы его убьем, наверное, скоро. Вот, убили. Так, и... хотя, давайте пока уберем шапочку, потому что, видите, у меня очень мало слотов для... для камня мне еще нужен слот и все еще такое, так что... Шапочку мы, наверное, сейчас уберем, ладненько. И сделаем, сделаем, сделаем. Кстати, бутылочку можно сразу сделать. Пускай будет, а то тут песок у меня валяется. Вот, сразу бутылочку сделали. Отлично, и можно набрать воды. Так, а, костерчик, быстрее костерчик. Ребята, ставьте костерчик. У меня нет камня, у меня нет камня. У меня нет камня, где камень? Где камень, ребята? Почему никто не делает костерчик? Блин, быстрее, быстрее камень нужен. Срочно камень нужен. Они уже умирают, ребята, они уже умирают. Давайте мы тогда сделаем костерчик. А, там кто-то сделал костерчик, хорошо. А, быстрее идем, 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 идем туда, идем туда, идем, 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 идем туда. А, отлично. Хорошо, что все здесь играют в команде. Так бы было здесь вообще сложно, наверное, играть. Осторожно. Блин, волки вообще, конечно, тут не в тему совсем, не в тему. Волки эти паршивые. Вот, отлично. Нет, 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 волк, дурацкий волк. Ладно, давайте мы его убьем. Сейчас мы его убьем. А, моего волка отбирают. Гад какой, отобрал моего волка. Все, делаем воду, у нас уже день. Вот, и в принципе, если здесь появится точка на карте, точнее, много точек, где будут другие игроки, то я смогу понимать, где вообще база находится у выживших. То есть, по идее, здесь играют все вместе и делают большую одну базу. Насколько я знаю. Так что мы сейчас будем просто пока делать рюкзаки всякие. Вот, а потом уже пойдем к ним на базу. Ну, по сути, это хорошо то, что добавили деревянный меч, потому что новичкам в этой игре вообще очень сложно усвоиться. То есть, теперь новичкам немножко полегче будет играть. Ой, я что-то съел не то, я что-то съел не то, наверное, мясо съел случайно. Ну, ничего. Так, и паучка давайте убьем. Еще, получается, одного паучка нужно будет. И двух волков. Так, убиваем, отлично. Так, можем сразу, наверное, ягодки собрать. Вот, и в принципе, можем даже здесь, на этой базе, выживать. Ну, то есть, здесь построить стеночки и сделать небольшую базу. Давайте здесь поставим верстачок. Пускай он здесь будет. Здесь вот. Отлично, и сделаем рюкзачок. Все, делаем все быстро. И можем уже скоро делать базу. Потому что, видите, уже первый день прошел. Хотя я, наверное, успею, ребят, успею сделать золотые инструменты еще. То есть, по сути, ребят, немножко даже то ли упростили, то ли усложнили игру. То есть, теперь, чтобы сделать каменный меч, нужно сделать вначале деревянный меч. То есть, ну и деревянную кирку, если сделать каменную кирку. Вот, и в принципе, все идет неплохо. У меня еда есть пока что, все есть. Единственное, костерчик пропал, сейчас мы туда пойдем. На костерчик, тут у нас еще один крафт стоит. Видите, уже у всех уже этот деревянный шлем. Это, кстати, хорошая тема. Мы сейчас его тоже сделаем. Сейчас главное мясо пожарить. Нужно делать базу. Нужно делать базу. Что-то никто здесь вообще не хочет делать базу. Просто все что-то стоят и ничего не делают. Ладненько. Главное, что рюкзак уже есть. И уже нет проблем особо с этим делом, с слотами. А то слотов этих постоянно не хватает. На самом деле хотелось бы, чтобы немножко увеличили слоты. Хотя бы там на одну, на один-два слота. Потому что... Не очень хватает. Иногда просто совсем нет места. И у нас уже, ребята, второй день. Это плохо, это плохо. Скоро зомби придут. Скоро придут очень много зомби. И потом выживать будет очень сложно. Делаем быстрее. Нужно делать все очень быстро. Давайте каменную... Ой, это золотую кирку сделаем, чтобы быстрее добывать ресурсики. Золота нужно много. И на шлем, и на меч. Все, дальше мы можем уже сделать книжку. И потом пожарить немножко еды. Вот, потом немножко добудем золото, сделаем золотой шлем, и все, в принципе, уже я буду готов, уже буду готов к зомби. Главное уже побыстрее делать базу, потому что если нет базы, то все, мы, наверное, умрем. И нужно, кстати, побыстрее сделать алмазные вещи. С алмазными вещами как-то будет немножко понадежнее. Ну и ладно, я, в принципе, наверное, уже пойду, мне нужно дальше добывать волков. Все эти ресурсики, потому что время не ждет, время, очень мало времени дается, чтобы построить базу. Со всеми ресурсами. Еще скоро эти супер-зомби придут, скорее всего. Которые быстро нас убьют. Хотя они очень медленные, так что... В принципе, от них можно просто убежать, от этих супер-больших зомби. О, там чувак умер. Ребята, чувак уже умер тут. Бедняжка. Интересно, от чего он умер.
Сейчас мы подберем его лут, посмотрим, что у него там за лут был. Все, мы сделали шлем викинга, ребята. Он стал очень крутым, смотрите, какой он крутой. Жесть, это круто. Раньше он был не такой крутой. Так, собираем, что тут у нас в коробочке. Ух ты, тут у нас пика. Мне она не нужна, к сожалению. Не люблю пики. Люблю только мечи. Почему я люблю мечи? Потому что они наносят больше повреждений. Так, и тут у нас, смотрите, уже строит базу какую-то. Уже строит какую-то базу выживший. Это просто замечательно. Единственное, что здесь, смотрите, здесь у нас нет тотема никакого. Тотема вообще нету никакого. Это очень печально. То есть, если придут зомби, то я не смогу открыть дверь, например. О, мы можем сделать золотую шапочку, отлично. Сейчас мы сделаем золотую шапочку уже. И давайте пойдем уже ближе к золоту и алмазикам. Так, еще 3 алмазика, и я смогу сделать кирку. О, нет, ребята, супер зомби идет. Ничего себе. Вот это да. Смотрите, какой он здоровый, ничего себе. Нет, от него лучше просто, ребят, бежать, видите? Пустите меня в базу, я хочу с вами, ребята. Так, давайте, впустите меня. Впустите, спасибо. Давайте в тотем здесь вступим. Вот. А, не вступили. Тут, видимо, уже места нету. Давайте все-таки, ребят, сделаем где-нибудь в другом месте все-таки базу. А то здесь деревянная база, мне кажется, она будет очень хрупкой для зомби. Так что лучше сейчас пойти в другое место. Сейчас день начнется и сделаем где-нибудь тотем. Давайте сделаем тотем, например, около алмазиков. Мы же хотим их собирать. Крафты тут уже поставлены, так что здесь и будет у нас база. Вот здесь будет у нас мостики, чтобы здесь стоять и пить воду. Печка у нас делается с помощью тыквы, точно. Блин, здесь же тыквы нужны, чтобы сделать печку. Я и забыл про это, ребята. Мне получается сейчас нужна тыква. Чтобы сделать тыкву, нам нужно найти семечку. Да сколько тебя бить-то, кролик? Иди сюда. Ах ты засранец, все, убили, наконец-то. Так, и смотрите, тут у нас уже какая-то база появляется. Видите, тут чувачки тоже делают нам. Главное, чтобы у кого-то был ключ, и кто-то ремонтировал сейчас стеночки нам все. База у нас очень крепкая, и скорее всего она выдержит любые испытания. Вот, еще можем, конечно, здесь сделать алмазные стеночки потом, когда соберем алмазики. Вот, такой двойной слой. Так что, ну, пока что это не особо надо. Так, там кто-то уже... Мы уже пошли. Какая-то компашка, смотрите, пошла. Так, давайте мы тоже за ними пойдем пока что. Вот, и можем уже сделать, в принципе, печку. Давайте сделаем печку и поставим ее около базы. Еее! Хорошая база получается. Вот, и идем дальше добывать ресурсики. Днем уже хорошо ходить, уже не страшно. А, кто-то разрушил все стеночки, офигеть, ребята, офигеть. Походу тут зомби прошлись. Ну, я надеюсь, сейчас восстановят стеночки, мы пока пойдем кроликов собирать. Не уходи, пожалуйста. Во, спасибо, кролик. Спасибо тебе большое, кролик. Так, делаем, давайте, шапочку. Ура, наконец-то шапочку делаю. Сколько можно без шапочки ходить? Холодно же. Тут, похоже, этот чувачок, он в АФК ушел. А, смотрите, он в АФК ушел и умер. О, мы взяли, ребята, я успел взять его вещи, офигеть. Только зачем мне эта кирка нужна, я не знаю. Можем уже сделать меч спокойно себе. Офигеть, смотрите, какой здоровый суперзомби. У него, это, походу, туловище или что это у него там сзади? Это то ли рюкзак у него такой здоровый, то ли что-то еще, то ли это туловище такое, я не очень понимаю. Но это у нас такой вот босс-зомби. Так, убиваем. Ну-ка, давайте я его убью. Смотрите, я сейчас убил суперзомби большого. Еее, убили. Ух ты, ничего себе, ребят, там какой-то чувак строит уже алмазные стеночки. Давайте ему поможем, хотя у меня алмазных стеночек нету, но мы можем там сделать, помочь ему делать всякие другие стеночки. Так себе на самом деле база получилась. А, только у меня единственное, уже заканчивается вода. Уже срочно нужно бежать за водой, иначе я сейчас умру. Фух, главное сейчас меня, чтоб не убили. Главное, чтоб меня сейчас не убили. О, тут еще кто-то, ребят, кто-то еще тут у нас обитает. Так, тихо. Главное уходить от этих зомби. Уйди от меня. А, черт. Быстрее, уходим от него. Уходим. Главное... А, эти зомби, они такие сильные на самом деле. А, черт. Уходи от меня, зомби поганый. Все, уходим от него. Блин, быстрее, главное, чтобы... А, больно. Они бьют, очень больно. Они очень больно бьют по мне. Быстрее закрывай, дурак. А, нет. Меня сейчас смогут убить, этот зомби большой. Блин, убейте его, убейте кто-нибудь этого зомби. Нет, он меня убивает, серьезно. Меня в базе убил этот зомби проклятый. Да что ж такое-то. Ладно, ребят, я думаю, что на этом все. Может быть, поиграем в эту игру на стриме где-нибудь еще. Это очень долгая, на самом деле, игрушка.
она требует очень много нервных клеток, так что... На самом деле игрушка прикольная, может быть еще сходим в обычный режим. Очень хорошее обновление, ждем еще обновления от разработчика. Вот, пишите свои рекорды в этом режиме тоже. Вон, видите, у меня мой рекорд 14 тысяч очков. Довольно-таки хороший, большой рекорд. На этом у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, ребят.